цвели, розы цвели огромные, люди ходили, фотографировались здесь, вот этой красоты. Убили все, все убили, разграбили. Невозможно так, невозможно. Если есть, помогите, парень, хороший мужик, отличный, Алик. Помогал тем, кто вот это все сделал. Даже тем помогал, кто сделал. Ну, я не знаю, ну такого хамства я не видел еще, честно, в жизни. Прямо просто не было такого, я не знаю. По машинам волокли, прятали, все делали. Это невыносимо, невыносимо. Я прожила, но такой страсти не видела. Не видела такой страсти. И потом милиция. Милиционеры, вы представляете? Ну что, они были во форме, одеты? В форме, одеты, вот это все тянули. Здесь милиционеров было, посчитал, 32 человека. Я говорю, правильно. Я говорю, была война. Немцы так не делали, как вы его сделали. А что, не бесполезно. Они, я же говорю, что надо, взяли, пограбили, завалили и въехали. Можно такое делать? Я, такой, я прожила век, такой я страсти не видела, не видела. Просто творится беспредел. Я помогал, да, я и строил здесь, помогал ему всего, во всем. Значит, по сути, буду очень немногословен. Я 2 года наблюдаю, как нарушается прав человека, как его пытаются уничтожать как человека. Я всегда вопрос задаю, чем отличаемся мы от животных. В животном мире есть правила игры, да, кто сильнее, тот выживает. А в человеческом получается, что закон для одних, а для других это не закон. На каждом шагу нарушается закон. Я вообще думаю, кто хозяин, да? Хозяин больше применяется животным, хозяин бывает у собаки, а у человека вот область, да, вот не, далеко не хожу, не в республиканском масштабе, а в областном масштабе. Кто руководит областью? Все в курсе дела, и никто ничего не делает. Если человек виновен, значит наказать по полной программе. А если человек чист, зарабатывает своим трудом хлеб, так почему нельзя его выручать, помогать ему. В чем-то все мы грешные, у всех бывает ошибка. Если есть ошибка, направит, штрафовать. Но такого, то, что без предела Дерибана, человеческие мысли не воспринимает на нормальном уровне. Поэтому надо прекратить беспредел. Хочу сказать в защиту этого киоска, то есть много лет он нормально работал и был первый на поселке, где люди хлеб покупали, продукты покупали. То есть никому он не мешал, никаких инцидентов тоже не было. То есть хочется, чтобы людям дали работать дальше на своем участке. Я на самом деле в шоке с того, что происходит, как у нас, какая у нас сейчас власть. То есть человек предприниматель, я сам предприниматель, строил, я на самом деле видел, жил в Песочине, как, с чего этот человек все начинал, как это строил. То есть начал практически с нуля. И то есть то, извините, у меня даже просто слов нет, с того, что я просто видел все, что произошло. Как бы шокирован, к чему мы катимся на самом деле. То есть, что будет дальше? То есть, человек, собственник, и имеет свою собственность, и вот так вот. Вот люди прикрываются там детьми, что вот якобы продажа. Ну, я думаю, что это все неправда, а если бы даже это и правда, то есть административное наказание по этому поводу, но никак не
не такими мерами это решается этот вопрос. Что будет дальше? Это меня пугает. Это беспредел. Это страшный беспредел. Это безумие. Вот так все поломать, свернуть вложенные деньги, труды, умы и все это уничтожить. Поэтому, Анатолий Кириллович, с большим уважением, вы знаете меня, я с вами встречался. Я часто встречаюсь с Натальей Васильевной, с Лысенко. Мы решаем очень серьезные вопросы. Очень серьезные. И я думаю, что со стороны вас будет оказана помощь именно разобраться вот с этим беспределом. Надеюсь на вашу помощь. Надеюсь, поскольку Гашимов это является инвалид второй группы. Был в Афгане, имея две звезды красного боевого красного знамени. И куда ни поткнется, везде беспредел. Призывался он в Афганистан с Украины. И мы его должны защитить от этого беспредела. От этого беспредела. Данько – это старший судебный выконавец. Безграмотный. Я сейчас вам покажу документ, который он составил. Это безграмотно. Это отписка. Анатолий Кириллович, надеюсь на вашу поддержку. Надеюсь с уважением к вам, как я был, так и останусь Алексей Иванович Цуканов. И будьте всегда таким, как мы вас знаем. Справедливым, откровенным и честным к нашим людям. В 2000 году был маленький киоск. Сзади была территория, все мусорка, вон, все жители подтверждают, рассказывают. Я как добросовестный человек, имеющий двух детей, женатый украинка, хотел обосновать рабочие места, людям помогать, чем могу. На сегодняшний день инвалидам, даже не Харьковской области, Киевской области, Чернигов, есть все подтверждения. На сегодняшний день неоднократно помогаю. Было кафе, жителям похороны, горе, радость, всегда делились, всегда помогал. 8 апреля перешли в поселковый совет, незаконно, ломали мои киоски, которые выше хозяйственного суда, была у меня недвижимость, собственность, никто сегодняшний день его никаким судом не отменил. Посадил цветы, дерево, почистил, убрал, асфальтировал. Рядом детский садик был полностью готов. Разломали, попродавали. 18 лет стоял этот киоск. До сегодняшний день стал незаконным. Я прошу вышесостоящих органов Киева, областной рады, администрации, пускай приедет, пускай посмотрит, какой захват земли. Открылся уголовное дело, которое продавало 47 гектар. Почему? Почему семейный бизнес, микрорайон Мобил, весь этого базар Чернобая, возле пруда ресторан Чернобая, другие подпольные цеха Чернобая. Если я отвечаю за свои слова, если это подтверждение не найдет, тогда накажите меня по всему законам. Я два раза взорвался это мини. Был контужным. Да, я прошел очень тяжелый путь.
Но это государство этого не оценивает. Не оценивает того, что... Я не говорю, что меня чем-то должен благодарить. Меня хоть должен понимать. У нас Азербайджан и Украина дружные отношения, уважение, которые люди живут у нас в Баку. Мы их любим, уважаем. Которые, они украинцы, сюда не хотят переезжать, потому что они привыкли таким воспитанием, которое мы получили от родителей. За это я никогда никого не скажу, что кто виноват. Виноват у нас закон, который работает односторонне. Поселкового совета, юрист говорит, это частный заказ, который мы хотим делаем. Есть записи, есть это. То, что мы своими руками строили, этого я не дам никогда, что его разломать. А это идея частным, это фашисты. Они должны перед законом ответить. Я думаю, этого будет. Мы напишем Европейский суд, пускай судится, который Чернобай фиктивный документ дает, открыл уголовное дело, пускай он свое уголовное дело скажет. Мы писали губернатора, мы писали остальные, пускай проверит. И мы обращение нашему азербайджанскому президенту, посола, я думаю, что будет решено. Тогда понятно будет, кто прав, кто не прав. Которые наши предприниматели в деньгах живут, это Чернобай. Пишем глава администрации, письменно отвечает, я Чернобай ничего не могу сказать. Это разве власть?